Здравствуйте. Я Лиманский Дмитрий Васильевич, юрист с большим стажем. И основное направление моей работы – это правовая помощь детям-сиротам, реализация их прав на обеспечение жильем. Была проделана большая работа, чтобы в Саратовской области дети-сироты, которые годами ждут свое жилье, смогли наконец реализовать свое право и заселиться в, так скажем, предоставленные государством им квартиры. То есть категория детей-сирот – это самая социально незащищенная категория детей-сирот. В свое время они обращались с открытым письмом к руководству Саратовской области, президенту России, спикеру Государственной Думы Володину о том, чтобы был принят закон, который позволяет детям-сиротам самостоятельно выбирать и покупать себе жилье, то есть закон о жилищных сертификатах для детей-сирот. Когда этот закон был принят, ко мне обратилась девочка-сирота. В случае с Викторией Шухариной произошла крайне некрасивая ситуация, то есть работник областной прокуратуры решил вымогать деньги у сироты. То есть Виктория подошла ко мне с проблемой то, что работник прокуратуры требует с нее 10% от стоимости вот этого жилищного сертификата, то есть 120 тысяч рублей. Зная ситуацию о материальном положении детей-сирот, я считаю, что это огромные для сироты деньги, и ей просто их взять негде, вот реально негде. И она была в такой в панической ситуации, то есть она понимает, что работник прокуратуры может, так скажем, сделать все, чтобы она не получила это жилье, и таких денег у нее не было. Она обратилась ко мне за помощью, то есть просто за советом. И я сказал, что ситуация крайне некрасивая, работник прокуратуры не может себя так вести, и предложил ей обратиться с заявлением в правоохранительный орган и писать на то, что требует деньги с нее вот за, как я считаю, неправомерные действия. Что она и сделала. Насколько мне известно, сейчас было возбуждено уголовное дело. Вот. И я прошу руководителя Генеральной прокуратуры, руководителя Следственного комитета России взять это дело под контроль, потому что я считаю, что детей-сирот надо защищать, а не вымогать с них деньги.